Всем привет! Хотела рассказать вам, чем удобрить голубику осенью. Для подкормки голубики осенью можно использовать как специальное комплексное удобрение для голубики. Дозировка, как в инструкции. Либо же двойным суперфосфатом и сульфатом калия. По 15 грамм на куст. Это где-то примерно столовая ложка. Азот мы осенью не вносим, чтобы не стимулировать рост нашей голубики. А мы сейчас будем удобрять наш куст, посаженный 3 недели примерно назад. Мы вам показывали видео. Будем вносить двойной суперфосфат и сульфат калия. Вот вы двойной суперфосфат. Вносим близко к корню. Мы это не будем делать, чтобы не было никаких ожогов. Вот если у вас куст взрослый, то можно побольше удобрения. Ну, вот так вот. Теперь вносим сульфат калия. Тоже так же. Не близко. Этого достаточно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.